приглашаем вас в Карло Эспозито. Сегодня мы поговорим о новой серии Coleridge Grey. Грей очень сложный персонаж, который оставил позади прошлую жизнь. И он стал абсолютно человеком. Смотрите. Бах. Бах, бах, бах. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. У него черная машина. В аэропорту он носит черные туфли. Он, черт возьми, член семьи. Но он был иностранцем. Так ли это? Я только говорю. Он живет жизнью, которая лежит у него на макушке. Моя зарплата уменьшается, ваш бизнес изменился. Мы больше не можем здесь жить. Меня зовут Паула Малкимсон. Я играю Роуз Пэриш. Смотрите, смотрите, это наш дом. Но мы его потеряем. Когда мы встречаем Роуз и Грея, их брак подвергается испытанию. Они переживают вторую половину смерти своего сына. Мы чувствуем горе совсем не так, как они. Ты не можешь сделать это за себя. Я не могу сделать это за тебя. Дело не во мне. Так почему же мы вместе и спокойны? Я не знаю, я спокоен. Его жена и дети не могут продолжать в том же духе. Очарован этим людоедом. Людоедом своего прошлого. Людоедом своего сына. И пока он этого не поймет, он не будет свободен. Коран — это действительно печальная вещь. Я надеюсь, что вы увидите других. Я играл по Корану. Вы должны что-то попробовать. Я пренебрегаю им. Коран — довольно хрупкая пушка. Так что я не остановлюсь на вас. Вам не может доверять ни один человек. Вы не знаете, что получите. Как я уже сказал, это легкая прогулка. Они надолго вернулись и к Корану, и к Серому. Они встретились вместе на дороге. Они управляли машиной и вместе решали проблемы. Они как друзья. Они любят подраться, говоря, что им нравится драться, как их друзьям. Когда я говорю, я, возможно, потерял свой возраст. Вы теперь стукач. О, нет. Но у них полностью закрыты спины. Коран знает, что Грей знает, что он знает кого-то, кто слишком далек от того, чтобы быть правым. Вы проиграли Ганстару. Как вас зовут? Меня зовут Закари Момо. Я приглашаю вас присоединиться ко мне, Шепард Тангай. Пришло время собирать семена. Шепард Тангай – умный бизнесмен. Нет ни одной способности его схемы. Способности его схемы сбережения. Какова ваша история, Серый? Вы уже знаете. Он показывает, как создать империю, которая создает людей, претендующих на мир как нацию. Человеческая честность, необычная фактура. Шепард — умный человек и архитектор крупного бизнеса. Но он использует в своих интересах свой народ на этой земле. Мы больше не иностранцы. Серый — это по-настоящему американская история, новая Америка. Мы дали разрешение прервать эту историю, которая называется «Новый Орлеан», и в этом месте. Посреди всего этого люди связаны друг с другом. Это семейное дело, честность, искренность и ясность. Но прежде чем серый цвет попадет туда, мы проходим через многое. Так что наша история сложная, но действительно веселая. Что вам действительно нравится, так это все повороты и развороты.